Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков вместе с одинцовскими партийцами и молодогвардейцами провел встречу по вопросам сферы здравоохранения. Одним из ключевых вопросов встречи стало оказание медицинской помощи семьям мобилизованных. Поступившие в общественную приемную вопросы будут решать с новым членом Политсовета местного отделения «Единой России», главным врачом Одинцовской областной больницы Андреем Фадеевым. Также на встрече обсудили капитальный ремонт хирургического корпуса Одинцовской больницы. Завершат его в первом квартале 2025 года. Мероприятие организовали в рамках реализации проекта «Здоровое будущее».